Сейчас у нас в списке 221 человек, но из них 3 человека – это 3 кандидата, которые снимались по собственному желанию, снимали свои кандидатуры и заново выдвигались. Поэтому, как бы будем так говорить, у нас 218 человек в списке. Из них 84 человека – это самовыдвиженцы, остальные – от партии. От «Единой России» 27 кандидатов, от ЛДПР – 27, от «Справедливой России» – 26, от КПРФ – 21 кандидат, от партии «Новые люди» – 15, от «Родины» – 13, от партии «Пенсионеры» и «Зеленые» – по 5 человек. Уже началась регистрация кандидатов, она продлится до 6 августа. Напомним, выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября.